партии с Таганашем. Поэтому я пока повременю. Плюс Нагаш еще может сейчас земельку, если качнет, полегче будет. Скелеты просто некрятся с невиданной силой с какой-то. Тут можно будет еще, кстати, вытащить вот этих ребят на демонение. Реликты тут разбросанные всякие. Самое смешное, что какой-то хлам везде лежит. Вот реально хлам. Но он, видимо, уже скелетов-то поднабил нормально, что сейчас уже будет вырываться там какие-то полезные объекты. Мне бы, конечно, в идеале что-то как-то подраскрутиться и гильдию начать строить. Потому что без нее точно труба. У меня, конечно, нет имбовых свитков, да, но... Гаша сюда. Вот этих вот здесь поддемоним даже немножко. У меня сейчас получается сколько? У меня сейчас 9 демонов, да? Еще чуть. Значит, здесь сколько у меня здесь есть? 34. 34 из 27 это 3 демона. 35. Вот еще беса где-то найти надо. Из 35 бесов воскреснет ровно 4 демона. Что хорошо. Ну нифига, все на фейках. А, вот мичечка есть. 44 беса надо. На 5 штук. Да, будет 44, 5 демонов мы здесь восстановим. Куда мы можем потом пойти? Наверное, можем в идеале сюда ворваться. Я все порываюсь как-то сюда прорваться, но меня вот эта охрана немножко смущает. Сейчас Игниса надо будет, значит, выбрать отсюда гремлинов, тоже под демонение. Ну, все вот эти войска, бесы, гремлины, они абсолютно под демонение не годятся. Они больше, конечно, годятся под некромантию. То есть можно, как вариант, где-то бахнуть у село этот преобразователь. Например, вот здесь. Порт и преобразователь. И уже понеслась уже. Полный. Так, оппонент передает ход. Ага, и столкнулся он с оранжевым компьютером в бою неравном. Что-то бой был слишком быстрый. Но оно и понятно. Оранжевым по-другому-то быть не может.
разобьемся здесь. Так, а мне нужны камни для грейда? Не нужны, это радует. Ты еще фигуру точно. Так, ртути 6. О, отлично, прям максимум. Хорошо. Мы тут мяса никакое не за этого. Уже все за этого. Но... Кстати, можно было всех скелетов выгрести. Не так много их. А вот здесь тоже нет. Блин, некуда деть. Вот так вот, наверное, сделаем. Сейчас здесь что найдем. Так. А, нагаш. О, крылья ангелов, ничего себе. Сколько их здесь? 21. 20. Вот это подарочек. Вот это поворот. Так. Я даже аж растерялся. Соточка вампиров. Ну сейчас масло докачаем и изи возьмем. Вот это мне уже нравится. Вот так я играть нормально вообще готов. Так, стена. Так, у нас артефактов есть. Артефакты есть. Баллисту, наверное, брать не буду. Она мне тут только все помешает. Слушай, а что-то это маловато питов. Маловато что-то будет. Героя купить надо. Мариус. Нет, ладно, Мариус не поможет.
Купить что ли героя с гнолом по болоту побегать? Хотя что тут бегать-то, куда? Уже все побегано. Ладно, все равно гнол не помешает. Бес точно тоже не помешает. Надо было, наверное, папское демонение устраивать на следующем бою. Так. Тут нормально их, поэтому тут бой будет вообще непростой ни разу. Тут думаю, что делать. Ну, Мамилу молодец. Я, по-моему, возможно, даже останусь без скелетов. Вот это плохо очень.
Что, стрелку дадим на всякий? Так. А со скелетами я побрился. Ну, фиг с ними, ладно. Тут уж не до скелетов. Ага. Топовая Пандора. Только за этим и шел сюда. Так, так, так. И масло докачали, и все докачали. Прям вообще красавчики. Пандора просто огонь. Магия, магию дали, ребят. Конечно, что-то грех не радоваться. Так. Здесь надо еще, кстати, купить героя какого-то. Кого-то уволить надо. Но увольнять пока не хочу никого. Ладно, пропускаю. Ходить может еще. А по времени так мало осталось. Всем привет, папашки, кто там подтягивается. И я время для стрима, конечно, выбрал неудачно. Тут и Highlight стримит, и Red White. Слушай, кстати, а с крыльями мы к концу легко возьмем. Прям мне нравится эта идея. Мне только надо где-то масло докачать. Вот, кстати, на этих папашках можно. Сколько мне до левелапа осталось? 500 опыта, да? Ну, то есть сейчас здесь у меня 4 навыка могут засвертиться. 1/4, да, что я закачаю. Неужели люди так любят смотреть, как ракуют за Инферно? Ну, у Нагаша, кстати, нормально. Ну, маны много. Поэтому я думаю, соточку вампиров мы положим. Главное сейчас еще вот этих пацанов подтянуть. В какой-то веке за все партии любимчиков я все-таки загрейдил питов и начал демонение. Сейчас будут еще это. Сейчас еще будут питы. Так. Сейчас еще Гоги. А, блин, я же Гогов на ящеров отдал. Ну, кстати, тут дреднайты что-то охраняют интересное. Сейчас мы это узнаем. Хотя что может быть интереснее нычки тряпок? Вот этих бы желательно бахнуть. Но все это, конечно, смешно говорить без масла. После того, как упадут крылья, я думаю, я тут могу поконтролить нормально. Можно, кстати, будет сюда еще сгонять. Но тоже с маслом только. Улик есть. Можно забрать его тоже. Еще одну Пандору. Вот это похоже на Пандору на магию. Кстати, а смех мудрости-то нету. Так, вот еще Пандора есть. Но тут что-то они какие-то либо слишком атомные
атомной силы какой-то эти Пандоры, либо я не знаю, либо я их изучу. Тут, кстати, можно сейчас дать этому пацану ВИФ или кого-то, и он вот эту ртути нам понаберет. Нам нужна ртуть и сера, да? Джемы есть. Ртуть найдем. Сера. Сера. Где же сера? Можно как ее бахнешь. Сюда можно еще героя выкупить, он здесь пробежал, тут все собрал. Кристаллы можно здесь, ну кристаллы пока есть. Да, Пегас, вот где-то я видел, что серо. Нам, по идее, нужно сколько? 24 серы на вот это вот все добро. Ну, конечно, можно еще будет дьяволов воткнуть. Тоже так прохладно все это. Здесь построить форт, и здесь дьяволов воткнуть. А можно крылья, кстати, просто взять. Мне эта идея больше нравится. Сапожечки. Что-то у него как-то герой делся. Героев меньше стало. Видимо, оранжевый комп подработал. Хотя нет, оранжевый тут уже без замка сидит. Правило, можно брать объект, не пробивая охрану. Нет, в данном случае по турнирным правилам нельзя пробивать. Ну, вернее, брать, обязательно надо сначала пробить охрану. Есть турниры без правил. Там все можно. Здесь, как бы по правилам, нет, нельзя хитро так делать. Так бы можно было и дипломатию использовать, было бы вообще классно. Я готов всегда так играть. Тут получается 12, 25. Еще здесь скелеты. С ракет скелетов можно вытащить. Здесь с ракет. Здесь 25. Ну, в теории так вот заморочиться, если все вот это вот вытащить.
добро скелетное. Тут можно соточку полторы-то на этого накрутить. Ну, можно, да, можно брать ресурсы, костры, там, всякую фигню. Это можно. А вот именно артефакты нельзя. Пандоры тоже. Потому что костры и ресурсы — это дело такое. То есть вот он лежит, и непонятно, он охраняем, его охраняют или не охраняют. Вот, к примеру, золото бы, допустим, вот лежало вот не здесь, а, к примеру, вот здесь, да. И непонятно, то ли это сдвинуто так, то ли оно лежит, то ли он просто на карте лежит. Вот, кстати, есть еще свиток за ворами. Ну, он такой, наверное, стрёмненький. Но оппонента замков явно меньше, поэтому на следующей неделе у нас может быть много скелетов. Но это такой, блин, такой темповый шаблон, потому что если мы будем сейчас сидеть и тупо ждать до третьей недели, пока там что-то где-то может быть раскачается, ну, оппонент просто уже там соберет несколько консульев и убьет нас. Потом возьмет вот эту толпу и к этой же дороге к нам придет, поэтому все. Такая фигня. Ну, надо сейчас, может быть, придется вот сюда прорваться. Тут можно, во-первых, и поднекрить, если что, и улик взять со свитком. Этих там, конечно, много. Можно сюда монолит будет пробить. К компу, к какому-то, не знаю. Может, у компа что хорошее там найдется. Здесь тогда, если мы решим сюда идти, значит, надо будет сюда разбиться и сюда пройти. Или вообще в таверну во внешнюю разбиться. В идеале, конечно, еще вот этого как-то, но я даже не представляю. Если они даже просто пропускать ходы будут, чем мы их убьем. Сейчас Мариус еще задача будет пройти вот сюда и выучить здесь землю. Ну, Гурни тоже можно озадачить. То есть, возможно, мы съедим какую-то еще Пандору лишнюю, ну, которая будет ни к месту никому. И еще раскачаем героя одного хорошего. Оппонент уже где-то воюет. А, кстати, у нас есть обзор воздуха? Почему-то меня этот вопрос не взволновал доселе. Здесь нету. А больше гильдии мы строили только в конфлюксе. Но там тоже нету. Что у нас по свиткам? Здесь нету. Обзора воздуха нету. Или можно разбиться сюда, попробовать докачаться на этих. Опять же, их нечем бить. Ну как нечем? Разберем уж как-нибудь, пойдем. Так. У него опять элементали воздуха, там сильнейшие воины. Ага, лента посла, слушай. То, о чем я и мечтал. Вот это интересная коробочка. Нету ни хрена. Так.
Вот еще есть первый. Можно вот эту штуку продать на опыт. Мне норм дадут. О! Никого не было. Плохо компьютер подрал. О! О! Даже от жадности захотелось здесь на золото взять сундук. Смешное, что кому-то сейчас вот, например, этим ребятам придется здесь умереть. Что не есть хорошо. Так. Чем мы будем убивать вампиров? Пусть даже имея замедление. Или там кого, драконов. Понять не могу, куда мне сейчас двигаться-то. Ну да, будет у меня замедление, ну а что по сути это меняет? Сюда что ли разбиться? Сюда встать? Это все собрать. Вот это можно, вот это, наверное, нормальная тема собрать вообще. Начнем реально с этого. Но для этого, наверное, проще пешком отсюда выйти. Крылья отжираю. Крылья, ну крылья, а чем бить 100 вампиров? Вот, ну, допустим, мне даже стрелков нет, чем буду стрелять. Демонами. Ну, кстати, демонами, да, они же легко там от демонов лягут. Но, наверное, сначала все-таки вот эта Пандора. Вот это. Тут, может быть, что-то путевое будет. Может, какие-то существа. Пополним за одну ману. Вот здесь разобьемся. А потом за крыльями, да. Потом за крыльями.
Давай вот так. Еще одна есть молния. Ну, чтобы потом не ими не заморачиваться. Что мы не добежим, да, явно. Это никаким героем. Чтобы захватить их скелеты. Ну, получается, скелетов 42. Ну, нормально, кстати, скелетов получается. В конце хода это сделаем. Это уже 7. Готовимся сюда ворваться. А здесь можем отсюда даже выйти. Так, здесь надо уволить кого-то. А уже уволили кого могли. Калха надо спрятать, значит. Не так хорошо уходить. Надо этих ли вытаскивать? Опять же демоны, да, конечно, чего нет.
Все, ладно, пока передаем. Грейд демонов изи. Да и демоны и так нормально будут бить. Мне вот их еще бы вот подмашнить чуть-чуть, вот буквально штучек 10. И они бы уже стали серьезным стеком. Даже вот 30-ка демонов они уже бьют, будь здоров. А так у нас есть скелеты. По идее, сотка скелетов. С маслом, которое длится не бесконечно. Ну и опять же, это все-таки простые вампиры, не грейжены. Поэтому... Причем еще сейчас, если опыт здесь будет хорошо в Пандоре, но не будет опыта, ну хорошо, но ничего страшного. Так, что-то мы по времени прям реально фейлим конкретно, это может сказаться. Так, улик здесь есть еще? Есть. Ну, хорошо, что у нас план на ближайшую неделю построен. То есть конца, а после концы вот это конца. Ну а после нее уже там без разницы. Но нам вообще нужна, конечно, в первую очередь нужны артефакты. Че, мы, кстати, уже повышли снова по силе армии вперед. И это здорово. Вот сейчас зайду. Крылья, грейд. Так, что, посчитаем тут вопросы. Ага. Ну,
Может быть, чекнуть грейжен стек. Ну, можно и чекнуть, конечно. Но, во-первых, если грейжен стек, то, конечно, нам отбавит двадцаточку. В принципе, можно и пожертвовать. А если нет, но мы не получим никаких дивидендов от того, что мы узнаем, что их там чуть больше. Ну, то есть их сотня с небольшим. Хотя, может, их там, конечно, было 100 ровно на первый, 120 их уже, о, 110 их уже на второй. Я думаю, еще, значит, с маслом можно попробовать и гидр бабахнуть. Вот точно, мы так и сделаем. Отсюда вырвемся. И вот этих можно, в принципе, бахнуть, почему бы и нет. Ну, вот что-то на... И вот этих. Ну, мы тут надолго застрянем, если вот это вот все будем собирать здесь. Пандорочка, конечно, топчик. Тут ничего никто не говорит. Но мы без мудрости для такой Пандоры, мы... Но тут, скорее всего, какие-то войска. Потому что много некрозон. Поэтому... Он... Бахнет оранжевого, да? Оранжевого. В идеале еще плащ скорости бы тут прихватить. Точно не лишний. Какой-нибудь арт бы на мораль тоже пригодился бы. Потому что что-то у нас слишком много разных разнотипных войск. О, это 5 демонов еще. Грейжный вампир. Да, грейжный вампир, это, конечно, идеальный вариант некрополисовских войск. Потому что они могут просто одним героем. Я от Мариус дам грейжных вампиров и пошла. Больше ничего не надо. Пятнадцать вампиров. Консу возьмут любую, наверное. Ну, максимум. Ну, с броней возьмут и максималку. Телескоп, по-моему, где-то был. Сундук сожрем и ладно. Дошли. А вот и наш друг. О, вот он, кстати, кольцо дракона, которое вот здесь лежит. И по охране тут какая-то топовая начинка. Главное, чтобы сейчас вот этот Ивар от безысходности сюда не рванул. А он может.
Привет. У нас получилось 115 лет, это вполне приличный стек. У меня вопрос другой, перерабатывать ли мне гогов демонов? Ну, от 14 гогов, по идее, толку ну вообще никакого. Поэтому мы можем их смело запустить. Вот такая расстановка. Это не смешно. Так, вот надо здесь завейтиться, и вдруг кто-то из них полетит. Все полетели, как один. Ну ладно, что, давай масло кидаем. У нас его много, нам его не жалко. Так, один момент, телефон.
тут у нас жесть творится. Меня что-то тут жестко прям отвлекли. И я что-то тут нафейлил, прям нафейлил. Нафейлил так нафейлил. Этой волной и приубило мне единички. Ладно, это тоже не так страшно. По идее, мы должны тут все это вывозить. Угу. Так. Вот один. Надо будет еще масло повторить. Хаст дать. Посмотрим. Хаст у нас будет, да, один. Следующим ходом я буду хаст давать, чтобы скелетонами убежать. А, ну, это будет 6 маны. Две молнии. Еще одну, наверное, слово прокинем. Вот сделаем, наверное, так. Здесь, наверное, может даже и не надо. У нас стрелка убивает. 80, как раз 2. Ну, в принципе, норм. Угу. Здесь можно зарядить, бить, ну можно и добить единичку. Можно лучше, наверное, целый стек ударить, чтобы на ответочку там сильно не проб... Все, теперь полетели. Тимвейт. Этот сможет убежать сам. Ой, елки-палки, что делал? Блин. Что-то сегодня вообще я явно туплю прям очень сильно. Блин, ну баллиста тоже стрельнула куда надо. Просто жесть. Да, с хастом я, конечно, протупил, честно сказать. Еще надо демонов не забыть поднять. Да уж. Мне прям зла не хватает. Закрыли. Нет, это за Пандору бой. Но Пандора, кстати, обещает быть неплохой. Просто грязь. Какой тупой бой. Ну, бой должен был быть очень простое, получилась тупость. Какая-то жопа. Мораль.
А, кстати, вот этих ребят можно спокойно в демонов превратить. Они очень хорошие демоны. Дрались с вампирами и не получили ничего. Коробка оказалась магией четвертого или пятого уровня. Ну, может, третьего. Ну, третьего вряд ли. И поэтому мы остались без награды. Что прям очень меня не порадовало. Сейчас надо гидр как-то убить будет. Ага. Я думаю, похитен ранить, наверное, надо этих драконов. Нам бы это очень подошло. Сколько у нас отнимает эта хрень? А, я ее еще и забыл. Но она наносила что-то типа 60 урона, да? 60 раз на 4. 240. Ну, 5 надо. 5 кастов надо. 75. У нас даже кастов не хватит. По одному 7 драконов мы убьем только. Если даже и убьем кого-то. Ладно, так не будем делать. Все, время что-то жалко прям. Да, я прям что-то расстроился, то бой какой-то фейловый бой получился. И плюс ко всему хрень еще полная с этим, с наградой. Прям вообще какая-то хрень. Ну ладно, сейчас мы пойдем как раз за крыльями, потому что раз герой уже прям вот он, прям вот здесь вот. Че, прям вот. Че бы не пойти, да? Обидно, что некромантию до сих пор не докачивают. Ну, мудрость, конечно, топовый скилл, но когда место нужны более нужные скиллы, все-таки мне лого и земля нужнее, чем мудрость. Тут уж как ни крути. Так что по армии. Ну, Георгий Петрович, кстати, светит у оппонента. Все пропало. Ну, кстати, есть интересный вариант. Вот этому герою, да, дать свиток. А, ну чё, какой свиток-то ему дать, чё с меня? А, ну, свиток дать с заклинанием уничтожить нечисть. Но опять же, то есть нужен первый ход, эфрит, точнее. Или грейженные феи. Девятая скорость, чтобы была. То есть дать ему, чтобы он два раза успел кастануть. Соответственно, по 7 драконов он будет убивать за забег. Тоже хорошая идея. Но жаль, грыжных нету. Нельзя феек покупать. Так бы очень было бы. Ну, прикольно.
А если там еще грейжный стек есть, так это вообще на халява. То есть их там, допустим, если 21, то они делятся 7 по 3. 3 захода и все. Ну, смогли бы хотя бы 15 тысяч опыта дать в этой Пандоре. Ничего бы не умерли. Тут что, сейчас комп чудить начнет, может, меня убьет. Но я надеюсь в идеале, что комп просто замок захватит. Это для... Ну, хотя ему он за грифами может еще очкануть биться. Нам сейчас как-то надо переработать вот этих ребят, которые у Мариус. Копейщиков 6 демонов получится. А с этих... Ну, 9 демонов. Очень даже неплохо. У нас будет, вот, допустим, бой с вот этими. Они мне кого-то убьют, да? И еще где-нибудь там бой проведем. Какой-нибудь вот здесь. С демонами. Они мне тоже забьют кого-нибудь. И нормально. А если у драконов тех будет ГС? А, ну, ГС это, конечно, печаль, да, но если мы возьмем больше единичек, то, ну, ГС убьет одну единичку, допустим, ну и нормально. Ничего страшного. У меня до сих пор никого нету сильнее воздушки. Ну там скелетов наверняка на норм. Ну блин, с вампирами, конечно, косячил тот ход, когда скелеты, они ударили скелет на хас на ход раньше, да? То есть сэкономил бы мне скелетов 10-15 точно бы. О, оранжевый комп опять в игре. А. Конечно же, надо на меня было напасть. Что там за армия? Говно, конечно, не армия. Ну, давай так отступим. Ну, хорошо, что мы успели просмотреть, что здесь находится. Тоже хорошо. Тут можно разбиться. Тут нельзя, надо вот об этих разбивать. Кобов-то. Да, там грыжный стек, все, привет. Так.
Так. Скелеты, скелеты. Мораль такая просто убийственная. И ифритов зачем-то я убрал. Можно отъехать, кстати. Не, не будем мы. Там пробьем, там будет мясо нормально, поэтому. Ничего страшного. А тут надо побыстрее сейчас шевелиться, прям быстрее, быстрее. Поехали как-то так. Сейчас 8 штук, это жестко. Блин, да что такое?
пока не будем убивать их. Оу, дали наконец-то некромантию. Так, я так уверенно пришел, что единичек даже не взял. А, у меня же скелет есть, единички. Лол. Так, поехали. Так, быстро другими героями пробежались. Здесь некуда. Ладно, поехали. Мне бой сложный. Ох, книга огня. Блин, а что это затупил? Надо было чекнуть лохом. Блин, олень. Ну, я надеюсь, мы будем демонами их ваншотить. Сейчас волнует, не дать только главное. Ага, ваншотить будем, конечно. А, здесь вейт нажать. Блин, единичку срубили. Гады. Фу, блин. Go!
Ну, хоть кто-то не про этого. О, мудрость, надо говорить, и взять, да? Так. Надо вообще-то это куда-то... Ох ты, синий этот флажок. И калх не доходит, обидно. Но тут он, наверное, уже все видел с обзорки. Поэтому надо где-то денег намошнить. На откуп. Башня. А что мошнить-то? У меня нет денег. Этот пока пусть тут постоит. Может, успеем его разбить еще. Так, ну в любом случае мы ничего тут не можем шибко противопоставить. Гоук Архам за книжком. Да я-то что, я-то как бы изи. Ну он сейчас увидит, что у меня соточка скелетов. Демоны. Но он, наверное, видел, что я уже и крылья подрезал как-то. Если вот эта обзорка им захвачена. Но он, скорее всего, не здесь. Почему? Потому что вот он светился на первой неделе здесь героями. То есть через вот этот вот лифт он и попал вот сюда. Ну, мое предположение такое. Это, скорее всего, какая-то шахта или нычка. Тут у топа. То есть, если сейчас он не нападет, мы, наверное, пролетим, попробуем взять вот здесь вот. Здесь под некрем, откроем тюрягу. Ну, может, калхом, сначала калха запустим, тут он все разведает. Ну, и с тюряги героем там захватим все. Архи. Ну, теперь, как бы, задача такая. Сейчас... Непонятно, почему я вот на последних мувах делал дебильный ход вот Мерист. Она должна была стоять вот здесь. И контрить, чтобы я успел до вот этого передать всеми. И на крылышках вот сюда. Это, кстати, квестовый арт тоже требуется. Обзорку чекнуть надо обязательно, да. Ну, есть вариант, что он на меня просто сейчас нападет, я откуплюсь вот сюда. Сразу и полетел. Но вариант такой вариант минимален, потому что ему еще надо героя как-то если разбить, туда вытащить, все армии по песку. А мне надо ману где-то пополнять. Некродемонение. Это Амилу, наверное, даже так не извращается. Хотя, я думаю, Амилу так и делает. А сейчас, кстати, между прочим, последний день был, прирост будет. Поэтому... Можно было псов поставить, кстати. И Гнису
у этого им. Но он, походу, вообще забил на отстройку. Ну, сейчас с откупкой дело, наверное, веселее пойдет. То есть мы уже сможем и вот так пролетать, все это забрать. И вот сюда пролететь. Нам бы вот книжку земли с городским порталом, тогда вообще вопросов бы не было. Спокойно бы скелетов бы всех бы в скелетов превратили и вообще не знали бы горя. Вот была бы книга земли бы здесь. Ну, хотя что-то сильно все равно жестко. Ну, хорошо, хоть некромантия загрейдилась. Надо будет, кстати, еще по пути вот кем-нибудь забежать вот сюда. Сапоги забрать, чтобы некромантилась тройной силой. В теории, кстати, можно еще попробовать как-то армию назад перебросить вместе со всем этим говнишком. Ну, вот я не вижу сейчас вот таких вот приоритетных целей, куда вах надо было прям лететь. Ну, если разве что только вот, может быть, вот это вот. Может быть, мы сейчас здесь что-нибудь обзоркой засветим, какой-нибудь сильный этот. Но нам еще надо сбегать вот сюда, в конюшню обязательно. Потому что как здесь конюшня? Вот так вот. Раз, два, три. Без конюшни совсем никак. Сейчас еще этот, наверное, побежит вот сюда. Проблемы нам создаст.
Просто больше ему некуда идти. Может, только сейчас наверх пойдет вот так. Там соберет ресурсы, обзорку. А так, где-то надо будет сейчас уже это взять этот щит. И где-то уже в утопы прорываться. Пора. Конечно, кстати, книга огня бы и не помешала, потому что у нас есть элементали огня, у нас есть эфрит, у нас есть армак. Есть цели для него. Ну, я даже не исключаю, что мне, кстати, в какой-то момент и встреча здесь выгодна, если у него вот такая вот армия с воздушниками. У меня там маны больше, явно причем. Статы тут уже не играют роли, если у него там, правда, 300 скелетов не накошено. Что с золотом совсем плохо. Ну как плохо, серединки. У зеленого компа даже дофига золота. У зеленого компа столько золота. Тоже здесь есть герой. Сейчас скупимся. Ну хотя опять же тоже с Red Rush'ем надо быть аккуратней. Тема 26. Почему ты не взял воздух? Ну, я, если честно, хотел мудрость. То есть тут у меня виднеются и очень хорошие коробки. То есть, например, такая. Такая. То есть, а воздух у меня пока крылья есть. Мне пока хватит. Воздух здесь мне... Тем более, здесь нет двух ДД, здесь только одна ДД. Поэтому смысла в воздухе я не вижу абсолютно никакого. На данный момент, конечно. Мне бы еще вот нападение, защиту взять бы. Это да.
А, тебе с воздухом дали некро докачать. Не, ну конечно, некро надо докачивать. Ну а как? Оно плюс на 50% сильнее становится. То я поднимаю по 10 скелетов, то по 20 разница есть. Что-то он с оранжевым компом все воюет, тот ему не уступает, бедный. Так, сейчас надо где-то искать ртуть. Ну вот она лежит. Только это же надо дойти. Ну, чтобы гильдию строить надо. То есть гемы есть. Серу вроде как наковыряли. Ртуть надо найти. Так, наверное. Оранжевый комп победил его, наверное. А, он у него теперь мечники. И герой уже усилился. Так, проверим, он здесь бегал вообще или нет. А, он бегал там. Уже где-то. Так, давай тогда пойдем забирать. Берегу. Ответку не снял. Потерял больше скелетов. Побежит единичка. Нет. Тут вся братва здесь. Прикольно. Ему что это? Он либо этого не видел, либо это вообще ему не жалко. Но я предлагаю это все убить. Либо это какая-то замануха. Ну, прирост я не скупал, поэтому Red Rush здесь никакого не может быть. Еще у меня змеюк много. А этот... А, тут не пройти мимо. Вот с этой стороны надо. Ну ладно. Давай. Ладно, мы пойдем так. Пегасов вроде можно. Сейчас посмотрим.
Самое время, да? Демона может ударить. Ах, он завытился. Блин, что-то хаста жалко тратить. На него. Не хочу ману тратить. Так, через пегасов. Ну да, пегасов можно убить, но я не хочу их убивать пока. Так, мне построить таверну дают. Хорошо. Так, срочно героя как какого-то избавиться надо. А, вот у меня же есть папашка Айнин, который сейчас на всех разгонит. Так. Так, а где у меня уже где-то стрелка-то, а? Как у меня звучит? Бред опять делаю какой-то. А вот это очень неприятно. 69 ровно хп, а у меня 70 стрелка. Ну, это хорошо. Придется разбивать его. Смешно, но тем не менее придется Грита отдать. На молнии.
можно пройти. Нога стояла на дороге. Нет, там нельзя было пройти. По-моему. Смотрел героям, вот этим, который из тюрьмы был, он сверху обойти тоже не мог. Так, вот я думаю, сейчас с Нагашем-то делать. Пробежимся сначала это. Целькой. Ну, троглодитов я предлагаю оставить на случай, ну, потому что это хорошие демоны. О, Нагашем, кстати, вот. Вот и Клавиус приехал. Но мы на него напасть не успеем, к сожалению. Вот вопрос другой. Будем ли мы защищаться здесь Клавиусом? Я думаю, что нет. Блин. Время вообще нет. Так. Блин, нельзя покупать этих девочек. Ага, ладно, стоим пока. Так. Жидит. Подпираемся. Цель здесь, калх. Да, еще и накосячить умудрился. Ну ладно. Из-за этого таймера. Ну, хорошо, что мы тут немножко героя вытащили. Нагаши на пополнение маны оставили. Клавиуса мы увидели. 249, 249, 2049. То есть вообще армии ни о чем.
Ну зато я ему вырезал 4 героев. Это тоже приятно. Мяса немало, но я не знаю, сколько там скелетов. То есть там большая разница, или там скелетов 101, то ли 249. Это большая разница так-то. Ну ничего, сейчас мы подвозим армию с Инферно, и норм будет. Должен не забыть, что крылья, вот они. Ну и, кстати, тут еще у меня вот по цепочке обратно, через эти же самые крылья, можно вылезти сюда, если он здесь не заночует. Также можно проверить, вот сюда, что сюда ведет. Вот он из этого вылез сюда. Вот. ТП есть. Нормально так что-то спросил. А ТП есть? Ну, а если найду, да? Тут, кстати, вот уже интересные темы пошли. Щиток, еще щиток. Ну, зачем мне два щитка, правда, непонятно. Библиотечка. Еще, кстати, можно здесь полакомиться очень аппетитными вещами. Раз и два. Я думаю, даже мы, наверное, так и сделаем. Возьмем здесь и возьмем здесь. Тогда у меня параметры сильно поднимутся. Ну, в принципе, спросил. Мне не особо жалко ему сказать эту информацию. Некоторые, ой, да не знаю. Ну, нету ТП, да и нет. Это ладно, тогда спросит перед нападением, красный шар есть? Или там АОТД есть? Может быть, если бы у меня был ТП, он бы просто сейчас сдался бы прям сразу. Ну, кстати, можно параметры поднять, скелетов поднакосить и уже вот сюда вот нацелиться. Вот сюда, кстати, я так подозреваю, что зона с оранжевым компом, с которым он бодался так. Оранжевый это терактор, ну, скорее всего, здесь. А это его деревенька какая-то. Откуда он тут выходил по бездороге. Там, наверное, все попереблочено. Все, что можно. Тут тоже деревня вторая. Тоже, наверное, захваченная. Надо полагать. Но артефактов у него пока больше, да. Но у меня зато есть интересные, которые мне сейчас поднимут. Так, блин, я что-то пропустил. Ивара. Здесь надо было вывести мясо. 40 гремлинов. Считай демонов. Ну, земля, она, кстати, была под максимум. Хорошо, что я в тот раз не напал. Так, что вот это за зона, интересно? Интересно бы знать.
Я думаю, с чего мне начать лучше, с вот этих или с гидр? Ну, я думаю, что, скорее всего, с гидр. Потому что вот эта хрень мне поможет в бою с конями. Ну и тут можно улик, допустим, ложком забрать вот этим манером. А потом полететь вот сюда. Ох, тут уже их 2049. И вот сюда, конечно, хочется. Ну, у меня, кстати, не хватит мувов. Мне надо будет же еще сейчас конюшню посетить и разбиться. А потом выкупиться здесь. И, кстати, можно будет... Можно было бы слетать сюда, забрать вот эту хрень. Потому что вот такая крутая тема для скелета. Некросапожки. Да, некросапожки, кстати, подрезать тоже неплохо было бы. Не исключено, что в момент ночевки, то есть сейчас мы где-то возьмем, что-то здесь придется ночевать, то монера подгоню, он слетает, потом заберет. Пойдет. Я что-то пропустил. Тут артефакт видел, который надо принести. Что-то уже забыл где. Этот артефакт-то понятно, что надо вот сюда туда принести. И где-то еще был плюс один мораль. Лежал, что-то я забыл про нее совсем. Надеюсь, что он до сюда, кстати, не дойдет. Если без полета, без поиска пути, так что можно будет наготовить здесь гнатом. Ну, есть вариант, что он, к примеру, пойдет куда-то сюда, здесь замок защищать, но хотя эту деревеньку защищать вообще нет смысла. Он убежал, а он уже убежал назад. Ну хорошо. Не стал на цельку даже нападать, испугался, типа, что я подставляюсь сам с какой-то, может, ну, хотя с чем я тут могу так подставляться круто, что меня прям испугаться можно.
где-то процедуру демонения провести. Из вот этих вот ребят. 33, блин, их. А надо 34. А, 35 надо. Где еще взять двух? Кстати, можно тот щит не брать, плюс 12 титановский. Можно ограничиться каким-нибудь вот таким, чтобы темп не тратить. Интересно, куда он побежал? Тут вопрос такой. Если выкупить для Некрения. Да тут уже знаешь, тут особо не сейчас не до Некрения. Если честно, что где-то там я пошел, там ложка отправил по некой. Тут уже мне, честно, столько таймера слито впустую, что тут. Кстати, можно так интересно провернуть. То есть взять вот эту Пандору и вот сюда вот на крылышко. Хопа. Тоже интересная мысль. Смотреть, на куда Клавиус убежал, либо туда, либо вниз. Может, вообще ТП сделал. Ну вот сюда без мудрости даже особо лезть не хочу. Так, поехали. Так, Клавиус побежал вниз. Этот убежал вообще хорошо. Целька. Прямо пробежим. Ха-ха, зеленый комп. Решил обороняться своим 5-недельным приростом. Но мы его не пробьем здесь. Хотя, может, и пробьем. Там вив, интересно, непонятно сколько. Ну, два... Три вивы, наверное. Так, ладно, это не вива, к счастью. Купить всех бабочек. И скелетов пойдут. Так, здесь сейчас надо вот сюда пробежать.
Где мы выкупаем Нагаша? Скажите мне. Вот здесь летим за щитом. Простой. Или за гидрами. Ну, я думаю, за гидрами сначала. Так. Так. Что ли, кончились? Кончились деньги. Пожитые так непосильным трудом. Бесов, чтобы скупить. Тоже ничего хорошего. Пошли. Не будем сейчас шибко извращаться, резать там каких-то демонов. Так сможем пробить, я думаю. Демонов в улике порежем. Так, мне дверь звонит. Привет всем, кто тут подбегает, подгребается. Что-то мне напоминает. Никто не находит. Вот уже чекнул. Морали вообще никак не застраховался. Блин. Накосячил. Возможно. Так, это у нас третья скорость. Давай, ладно. Сделаем хаст. Так. Тоже плевать. Ух ты, масло кончилось. Лол.
Что ты будешь делать? Да, пиклордами очень круто сыграл. Заблокировано. Да, ладно, сейчас. Что-то мы прям это фейлим со страшной силой. Тут даже не знаю, что делать. Ни целькой не разведал, никуда не сходил. Этим тоже никуда не сходил. Форт купить здесь. Это все собрать, и скелетов бы это все зафигачить. Вместе с фейками. Так, ну надо уже пора где-то вот к утопе готовиться. То есть мы вот эту пандорку возьмем. Сейчас у него щит. Этот колодец, пандорку и сюда. Че, фейлишь-то? Таймер же нет. Ну, медленно играю, вот поэтому и фейлю.
сюда, сюда. Сейчас у нас уже и маны будет нормально. Даже вивы есть уже что-то из себя представляющее. Ну, на самом деле, третья неделя, Diamond, у меня только герой 12 уровня. Ни одной концы не взято. Так же, как вариант, сейчас можно про это протащить все войско вот в этот портал, как-то через цельку забрать этот замок, здесь выкупить героя и пойти. Ну, проще, скорее всего, отсюда перелететь. Проще, чем этот вариант. Вообще я не вижу вариантов таких. Главное сейчас быстро сделать. То есть эти сюда, сюда, сюда. Форт строим. Эти все подвозят. Цепочку выстраиваем, чтобы вот этих всяких бесов перетащить. И вот этих вот бесов перетащить. То есть скелетов соточку еще сделаем. И 250 скелетов. Плюс еще чуть-чуть отсюда на некрю. Отсюда на некрю. Ну, отсюда, конечно, смех. Ну и все, и заберем Пандору нормально, практически. Без потерь. Маны дофига. Если здесь магию дадут контрольную, то вообще шикарно. У него денег чуть больше, чем у меня. Ну, сложно, конечно, представить, чтобы было денег меньше. Хотя оранжевый компьютер и здесь. Но он чуть больше. Сейчас, может, он на меня нападет вообще. А почему он не полез на замок? Скорее убежать хотел, что ли? Боялся, что его догоню. В идеале демонов бы еще подтянуть сейчас. 2000. Мне нужно 7000, то есть 2000 на демонов и на форт. А лучше, наверное, 2000 потратить, может быть, отсюда вывести как-то все. С нычками вместе вот с этой. Сюда поставить. Это чуть назад. Мариус тоже назад. Ну, а это вот где-то припарковать здесь. Потом все это переетовать. Ману восполнить. Через это сюда полететь. В принципе, достаточно. По горячим следам, можно сказать, найдем его. Все герои поубиты, у него сейчас героев меньше. Золота тоже не так много, раз у компов больше. Мне бы еще скелетов чуть-чуть бы до этого. И можно было бы смело в утопки лезть. Или найти воскрешение мертвецов. Тогда там вообще все без потерь бы легло. Я бы взял одних скелетов, единички, и погнал бы. Ну хотя там можно было отъехать, если честно. Норму топа.
Я видел тут игры у некоторых пацанов, там куча ангелов. Все дела. На второй неделе там утоп падают изи. Я видел, даже на первой там луной сжигают там книги земли. Или там шляпы оратора, что ДД начинают делать. Сколько у нас стрелка наносит? 70. Ну, мы легко тут разберем этого пацана. Если мне какой-нибудь там волной смерти не дадут. Он, надеюсь, тоже догадается единичек разделать. Тут еще деревенька должна быть его. Тоже надо где-то ее отоварить. Так. 20 коней, не как коней. Ну, так, по идее, тоже должны отъехать легко 20 коней. Считай, если 20 гидр упало, в принципе, здесь тоже будет не сложнее. Ну, если так я буду драться, как с гидрами, то вообще забей. Угу. Напали с унаром на... Айнина. Ок. Сколько у меня? 14 на 11. Это 154. ХП. Я боюсь, маловато будет. Что, если он думает, что я на него побегу, он, конечно, спает. У него мораль еще положительная, это тоже не очень хорошо. То есть, будь бы здесь единички, они не вот такие вот полные стейки, я бы этих допинал. А этих бы там перебил бы или просто улетел бы от них. Понял, что я настроен серьезно. Плохо, что сейчас двумя стрелками не убиваю его тек-лизерка.
не решает больше стеков, что ли, оставить. Вот в этом он должен стрелять. Гаргульки 2 хп. Вот этот лизард их может убить. Так, этот умрет.
Да, что-то какая-то у нас финалка жесткая сильно. Я думаю, надо проще мне сбежать, да и не париться. Ну, в смысле, надо было так сделать. Ладно, сдамся. А, он вот из деревеньки напал. Из этой. Понятно. Это был колодец же, да? Да. Мы сейчас эту цельку туда, этого Айнина выкупим здесь. Он передает ход. Опять вступает в ожесточенную схватку с оранжевым компом. Мне кажется, после того, как его сейчас коп накажет, он сдаст. Понятно. Опа, оранжевый комп, красавчик. Гунару сделал унижение. О, хорош. Ну, правда, я следующий на очереди. Ну, блин, ну так приятно. Так, ладно. И заберем. Этих соединим. И погнали. Конями сражаться. Эти 10 фритов мне, конечно, пригодились, но мораль портить что-то вообще не хочется. Так. Ну, как так можно, а? Видимо, можно, да? Блин, ну что такое, а? 5 на 3. Ладно, рискну. А вот и воздух подъехал. Ну пока откажемся, нам мудрость нужна. Экспертная. Что там за рыбки охраняют? Драконов не нужна, даже бесплатно. О, угу. Так, никто не пошел, ладно, четвертая скорость, у нас тоже четвертая.
Нормально. Ехала минус мораль. Одного убиваю, ну это же лол. Давай попробуем их немножко от этого. О, сильнейший удар. Надо, значит, кстати, их убить. Зачем? Могу в теории выдать им вообще по самое. Можно снять ответку, попытаться китами. Отлично. Блин, а что ману ты экономишь? Вообще не надо делать. Если, ну, масло уже там не кончится так быстро. Да, знал бы я, может быть, на них бы пошел бы. Два щита мне вообще не впились. Ни в одно место. Так, значит, здесь покупаем форт. Денег вообще не осталось. Я не знаю, на что их выкупать буду. Привет, привет, удачи всем. О, надо. Так, что мы будем с оранжевым компом-то делать? Месяц уничтожит. Сейчас уничтожит. Но я надеюсь, он его замок пойдет брать, не мой. По песку. Так. Ходим на разведочку здесь. Ух ты! Слушай, а че он здесь не это? Как. Об кого он? Когда разбивался, что ли, не знаю. Где он вообще есть? Так. Молер.
Так, Ивар где? Ивар возвращается, ребята. Так. Здесь колодца нет. Колодец есть, тогда отправим сюда Айнина. Пока хватит. То это этих бы, конечно, спасти, но походу не судьба. Можно было, кстати, отсюда выкупить Айнина вместе с гремлинами. Но бесы тоже хорошо. Уже нормат скелетов получится. Я здесь пополнюсь, встану где-то под разбивочку. Буду там угрожать какими-то опасными мувами. Так, вопрос, куда он тут убежал? Вот этот меня интересует. То есть он побежал сюда, потом. То есть если здесь ничего не захвачено, куда он попал-то? Ну, шаклы мы сейчас, конечно, заберем. Куда он мог здесь деться вообще без понятия? Ну, видимо, он, скорее всего, имеет уже ТП. Надеюсь, ему сейчас оранжевый комп напинает, как он Гунару дал по щам. Конечно, он красавчик. Че, как давно стрим? Ну, стрим уйдет часа два. Вот так вот. Потихонечку воюем. Тут я у него замки отжимаю. Армии ни у кого особо сильной нету. Вообще мечники сильные у него. Ну, то есть у него сотка копейщиков, сотка скелетов было. Ну, 1249. И лукарей сколько-то. Ну, больше ничего у него там не было. У меня вот утопка. Сейчас посмотрим, что дадут здесь. С драконами. И сюда рванем. Оттуда, возможно, уже через вот эту выберемся назад. Сейчас главное не зафейлить. Все-таки купить здесь преобразователь. Но что-то я поздно увидел, что здесь вот эта фигня есть. Может быть, тогда я не бил бы коней, а бил бы сразу драконов. Щит-то вот этот по имбове, конечно, чем вот этот вот. Чем вот такой. Вот такой тоже хорош. Хотя и драконов еще 4 штуки поди убей как-нибудь. Ну, здесь я очень надеюсь на какой-то контроль. Хотя, или даже не знаю, может быть, даже огонь бы меня устроил. Куда он тут исчез вообще? Не пойму. А, вот куда он исчез. Все понятно. Он видимо, обошел, в колодец зашел. Все ясно.
Потому что думал, почему он не захватил замок? Вообще не понимаю. Боялся, что ее какими-то просмотрами, что ли, вычислю, не знаю. Надеюсь, на дракончиках докачаем мы эту мудрость. Сейчас мне важно будет скупить все здесь. Бесов, демонов. Ну, это как бы не так много. Побежали сюда, забежали. Вот этих превратили, всех превратили в скелетов. Получится... Сколько скелетов получится? Скелетов будет... В самом идеальном варианте еще бы вот это как-то вытащить сюда, чтобы прихватить. Так, у Нагаша скелетов сейчас 167, ну соточка будет, может чуть больше, 300 скелетов. Ну так, я думаю, должен сейчас вот активно поднекрить, да хотя бы до 400. Ну если, допустим, землю дадут, можно и так туда вот утопнуть. Ну и брать утопки уже и все, и заканчивать. Скорее заканчивать, пока он тоже за счет скелетов где-то не раскрутился. Так, оппонент тут не пробегал нигде. Ну, я думаю, он боится просто оранжевого компа, поэтому. А, вон вся его армия едет. Ну, по идее, вот если я все правильно рассчитал, я должен до него дотянуться. Так, смотрим армию, да? Ну, армия, конечно. И без скелетов, да? Показал, сколько скелетов. 70 пукарей, да? Пятьдесят маны. Маны очень мало. Хотя копейщики, конечно, под хастом мне могут рассказать. Что там, как оно устроено. Так, с учетом по плюс скорости нету. Ну, цель, в принципе, не так жалко, поэтому максимум стрелочек будем кидать.
у меня сейчас 200 будет. Поэтому я его просто тут болтами закидаю. У него нет, конечно, какой-то крутой магии. Хотя какая крутая магия тут на такой мане? Бьет кого-нибудь единичку. Стрелки тратит. Ну ладно, тратит, так тратит. Сейчас меня легко убьет. То есть убьет угар пилучниками, это грифонами. Вот, дадимся, ладно. Пути мы должны легко дойти до сюда и напасть. То есть 2800 му тут хватит без штрафа выше крыши. Сейчас он сюда добежит и засядет за скелетами. Сколько у меня молния бьет? 285. Ну что-то для такого СП что-то как-то это. А потому что надо было брать воздух. Да как говорили умные люди. Ну, я надеюсь, у него там просто нет масхаста, который меня вообще повяжет по рукам и ногам. А он туда хочет встать. Хочет сейчас пойти куда-то пробивать. А, он горгон будет убивать. Сухо, что мувов. Кстати, стрелочкой вот, у него сильнее станет. Thank you.
Ну, кстати, вот медленный темп, он, может быть, был обусловлен именно тем, что я в свое время не начал качать некромантию. То есть мне предложили землю, я ого, предложили логу, я ого. И а некромантия качалась медленно, поэтому количество лет очень медленно росли. И, соответственно, темп был потерян. Я думаю, с таким количеством скелетов и копейщиков он там разнесет этих коров, почему он так долго с ними мучает. Сейчас еще оранжевый ком тут будет раздавать по щам. Накрывать его лучше. Ну, я думаю, да. А чё бы нет. То есть я сейчас пополню в колодце ману. У меня будет аж 200 маны. Я сейчас возьму здесь какую-то Пандору. Скорее всего, она будет не такая плохая. Хотя можно и не брать, можно сразу пролететь. Чтобы время не терять на это все. Но у него прям что-то прям тут туго идет, туго. Или ману экономит, там контрит. Давайте пробьем. По идее, я должен с вот этими драконами легко справиться. Ну, потрачу там 50 даже маны. Так, ну все, очевидно, что ему мов не хватило, значит, он уже там все взял. Ну-ка, оранжевый комп. Покажи, что ты умеешь. И это еще папка не ходил. Там какими-то ложками война происходит. Ну, видимо, сейчас расставлялся, готовился напасть. Комп оранжевый пошел на меня. Он с ним сговорился. Так, ну так же ладно, так не до этого.
Делаем. Хотя что тут воду катать, тут финалка сейчас всех, конечно, превратим. Так. Здесь, не знаю, нужны ли мне вивы будут там. Вижен сделаем. Контрольный. Так. Я думаю, этого будет за глаза достаточно. С такими статами. Я все надеюсь, что кто-то из них прям возьмет и полетит, но нифига. Блин, что-то пошло не так. У них 600 хп всего, в принципе, я думаю, можно и даже фулл стек ударить. Так. Я думаю, демоны, если примут на себя удар один раз, ничего с ними не случится. На демонов хард, да? Блин, что-то такой урон-то маленький.
Надеюсь, оно того стоило. 10 раз. Так, огонь возьмем. Надо было сразу лететь, да нападать, да и не мучиться. Чё-то бред какой-то творил. У него 40 маны. Статы, кстати, поднялись. Чуть-чуть. А скелеты остались на валетке. Это хорошо. Мы сейчас их накроем тогда. Ну, кстати, а мораль минус 2. Да что минус 1, что минус 2 уже пофиг. Оппонент сдается. Ноль 16. Нормально. Это прям даже Тазар бы позавидовал таким статам. Ну да, это конечно. Понятно. Так. Значит, надо пароль у него взять. Смотреть, может, расклад глянем. Ну да, крылья, конечно, тут немножко порешали. Вот это пароли. Так, посмотрим, что там было. Ну да, тут не так сильно было хорошо все. Да, ну тут совсем денег не особо. То есть тут он почему-то даже замок не захватывал. Может, боялся, что я по просмотрам увижу. Тут получается. Ну да, у него были сапоги, один какой-то щит. Погнал тут уже изи-вин. Ну, тут получилось так, что мы, как планировали, на крыльях ворвались и накрыли его. Брали Пандору мы вот эту, сейчас скажу, с драконами. Пустая была. Ну, как пустая она была, на 20 тысяч опыта абсолютно вообще бесполезна.
бесполезно абсолютно было. Оранжевый комп, ну его, кстати, вот покарали уже. А у него тут проход еще к компу был, вон оно как. Вот сюда, сюда. Вот он, его стартовый рез был вообще бед, вообще стремнейший. Вот у него болото было. Одна дорога, ну вообще жесть, конечно. Две дороги. Одна дорога вот сюда вообще в односторонник. А одна куда-то вообще в пески. К болотному компу еще какую-то хрень. Это же... Так. Здесь, да, ну можно было, конечно, второй попытаться здесь зарашить, но тоже не, тоже хрень. Да, конечно, расклад был у оппонента тугой. У меня был расклад тоже не супер, вообще не шоколад. Но все-таки хоть что-то, хоть дороги нормальные были. Поэтому вот как-то так. Ладно, все, спасибо, кто смотрел. До новых встреч. На следующей неделе, я думаю, сыграем с Нитро. Тоже этот же турнир. Все, всем спасибо, следите за анонсами.